Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о миссионерской деятельности и привести несколько свидетельств наших ребят, которые трудятся за границей в различных интересных странах. Желание стать миссионером появилось в моей жизни, когда мне было 11 лет. Я просто услышала историю о людях, которые живут в Таиланде и никогда не слышали о Боге, о разных племенах и о нищете и бедах, в которых они живут. Я просто видела глаза этих людей, наполненные безнадежностью, и я поняла, что в моей жизни есть Бог, у которого есть ответы на все мои вопросы, и в трудных временах я могу обратиться к Нему, я могу бежать к Нему, и я знаю, что Он любит меня. Когда я смотрела на этих людей, я видела, что в их жизни нет этого, и даже если мы привезем им еду и помощь, то они останутся такими же несчастными. И это побудило меня к тому, чтобы думать и начать мечтать о том, чтобы поехать в другие страны и рассказать этим людям о Божьей любви, которая есть в моей жизни. Когда я принял Христа в свою жизнь, я сразу понял, что хочу быть служителем. И я искал возможности разных служений для себя. И на момент, когда я первый раз услышал про миссионерское служение, я был доволен тем служением, которое несу в своей церкви, несколькими служениями. И, в принципе, я услышал про миссию, и не скажу, что это тронуло мое сердце. Но однажды я попал на веб-конференцию с одним пастором из одной очень жесткой азиатской страны и услышал его свидетельство. Этот пастор рассказывал нам о том, как сложно жить в его стране верующим. Он говорил о том, что они спят, укрываясь навозом, говорил о том, что их унижают на работах, не дают им ту зарплату, которую они заслуживают, и прочее, прочее, вплоть до того, что их, в принципе, спокойно могут убить, и местная полиция ничего не будет с этим делать. И шокированные люди, которые сидели и слушали это в такой спокойной, тихой Украине, услышали это и спросили, ну для чего же они принимают Христа? Вот вы говорите, что там столько-то людей приняли, столько-то, почему они делают это? И он ответил, потому что люди хотят быть с настоящим живым Богом и готовы отдать за это все. И эта фраза его, она просто коснулась моего сердца и все перевернула во мне. И после этого я захотел быть там, где Бог оказывает такое действие, такое сильное влияние на жизни людей, где живут люди. А в то время у меня было немного тяжелое время, и тогда я молилась, я просила Бога, чтобы Он направил меня туда, где Он хочет меня видеть, потому что я хочу быть в его воле. И тогда появилась возможность, поступило предложение о том, чтобы поехать на миссию. Впервые вообще тема миссии для меня прозвучала, когда мне было еще лет 12-13. Я просто читала Библию, и там я увидела одно местописание, которое тысячу раз уже читала, знала, слышала. Но в этот раз оно как-то особенно меня коснулось. Это были слова Иисуса, где Он сказал: «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков». Я поняла, что Бог говорит это именно мне. И с тех пор я стала читать книги о миссионерах, я стала... Меня Бог начал звать какие-то встречи с интересными людьми. Я посещала миссионерские конференции какие-то. И через это Бог очень сильно поменял мою жизнь. И к концу школы, когда я еще училась, я уже знала, что когда я кончу школу, я сразу же поеду на миссию. Так и случилось, и я уехала на один год. Это был мой такой первый опыт. Я не решал быть ни миссионером, ни куда-то ехать. Просто как-то сложились обстоятельства. Пришли люди, сказали, нужна помощь сделать определенные вещи. И я поехал. Съездил один раз, посмотрел, пожил, попробовал, и это понравилось. Съездил второй раз, помолился и остался. Все, было все просто. И были просто ответы от Бога. Я искал его ответов, его руководства, и просто все говорил о том, что иди туда. Бог просто все устраивал. Что я ни говорил, Он все устраивал. И я просто не мог ему сказать «нет». После поставленных условий, которые были выполнены, это было бы, наверное, слишком грубо с моей стороны. Первая моя поездка была достаточно спонтанная. У меня был отпуск на работе, и я не знала, как его провести. А отдыхать я не сильно умею, поэтому поехала с моими знакомыми проводить лагерь для детей в другую страну. Вот. А когда я вернулась после этой поездки, я поняла, что
в моем сердце остались эти дети, и мне хочется вернуться и продолжить то дело, которым я занималась. И спустя год, накопив деньги, я смогла вернуться туда. Для очень большого числа христиан, современных христиан, миссионерская деятельность в первую очередь сопряжена с романтикой, с поездкой в дальние страны, с поездками в интересные места, путешествия, экзотика, приключения, где-то опасности. Знаете, современная поп-культура сделала опасность веселой и привлекательной. На самом деле нет ничего особо привлекательного в той опасности, которая может вас ожидать. Наверное, самым сложным для меня на миссии было духовное противостояние. В странах Азии духовная жизнь очень реальна. Люди там не просто верят в духовный мир, они каждый день соприкасаются с ним. И когда ты служишь в таких странах, каждый день ты как будто идешь в гору. Ты постоянно чувствуешь в духовном мире настолько сильное противостояние, что тебе нужно каждый день, каждое утро отбивать эти атаки. Потому что вся страна утром становится на колени, чтобы поклоняться своим идолам. И ты становишься на колени, чтобы поклоняться твоему Богу. Наверное, это переживание было особенным с одной стороны, а с другой стороны тяжелым, но это драгоценный опыт. А самое тяжелое было, это когда ребенок, с которым, который не оставался со мной, а с которым мне нужно было оставаться, он меня не принял. И тогда я спрашивала Бога, зачем? Зачем вообще все это надо было? Зачем я приехала? А Бог просто молчал и как будто наблюдал за мной. И в тот момент он научил меня такой вещи, что нужно верить одному откровению. То есть Бог однажды сказал, и ты просто должен этому верить и делать свое дело. Для меня это было большим откровением во время этой поездки. И когда я просто, когда все само собой разруливалось просто, когда ты просто делал свое дело, принимал решение, я все равно буду доверять, все равно это было нельзя. Бог как-то сам собой все разруливал, появлялись люди, появлялись даже какие-то знакомства. Вообще я считаю, что миссия, она не бывает без проблем, без препятствий, без трудностей. И когда я была на миссии, я также сталкивалась с этими трудностями. Для меня было сложно находиться там без моей родной церкви, без моих близких людей, с которыми я привыкла жить, находиться рядом, быть вместе. И Господь там очень сильно работал со мной, Он менял и просто показывал разных людей, как кто во что верит, кто как живет, кто чем живет. И я увидела там совершенно других людей, совершенно другими принципами жизненными, и это не могло не повлиять на меня. Но для меня это было очень тяжело, вот эта ломка. Я просто чувствовала, что меня просто пополам иногда перегибает, и было очень тяжело. Но через это Господь меня многому учил. Также сложно, это когда встречаются две совершенно разные культуры. Например, люди в Европе живущие, они друг друга плюс-минус нормально понимают и так далее. Но люди, живущие абсолютно в разных культурах, в разных полушариях Земли, это просто бомба какая-то. Порой просто простые вещи, они непонятны. Люди расходятся, и люди даже могут ругаться на этом фоне. Отсутствие языка, отсутствие понимания и плюс ко всему этому совершенно другая культура. Другая культура — это совершенно другое мышление человека. Все. Это самое сложное, потому что к этому сложно привыкнуть. Сложно самому измениться для того, чтобы начать понимать людей. Самым трудным для меня оказалась эта работа над собой, когда ты в тяжелых ситуациях начинаешь замечать какие-то свои качества, свой характер, ты его видишь, ты работаешь не один, в команде, происходит много разных конфликтных ситуаций и напряженных, непонимания. Для меня было одно из самых тяжелых моментов, когда надо было справляться, учиться и продолжать двигаться дальше. Мне очень хочется, чтобы те люди, которые хотят, молятся о том, чтобы стать миссионером, достаточно здраво относились к этому делу. Именно
Поэтому я поговорил с несколькими из наших ребят и попросил их рассказать, что сделала миссия в их жизни, как они к этому пришли. И вы знаете, что интересно, самым запоминающимся у всех из них было не приключение, связанное с природой, достопримечательностями или особенностями той или иной страны, а их духовные переживания, взаимоотношения с Богом. Очень много было перемен, связанных не сколько с мировоззрением, сколько с их духовной жизнью. Когда я вернулась из одной из миссионерских поездок, мои друзья задавали мне вопрос, что было самым лучшим и какие чудеса я видела во время миссии. Я задумалась и поняла, что самое главное чудо, которое я увидела, это было то, как меняются жизни детей, которым я служила. Когда они только-только познакомились с ними, я видела, какими они были жестокими и насколько они не хотели ничего слышать ни о Боге, ни о Его любви. И спустя несколько месяцев, когда я видела, как они заботятся о других, как они проявляют любовь, как они стали молиться о своих семьях и о родителях, которые бросили их, это настолько коснулось моего сердца, что я поняла, что самое большое чудо, которое мы можем увидеть на миссии, это то, как меняется чья-то жизнь. На миссии больше всего меня поразил контраст. Вот мы имеем страны, в которых мы служим, и там может быть противодействие властей, какая-то ортодоксальная жесткая религия или религиозность местного населения, или тотальная нищета, или те последствия, которые у людей будут, если они примут Христа. Все это давит на людей, и кажется, приезжаешь в какой-то город, и там нет никакой возможности для того, чтобы Божье Слово распространялось. Просто все против этого. Но появляется человек или группа людей, которые открывают свое сердце для Бога, и которые хотят рассказать о Боге, и исполнить свою миссию в этом месте. И все двери раскрываются, стены рушатся. Противодействие властей, противодействие местного населения, оно ничего не значит, потому что Бог начинает действовать через этих людей. И это просто невероятно, это просто великое действие Божье в таких местах. Самым радостным было то, что меня там... Я поняла, что меня там принимали как, ну, как родную. То есть в той семье, в которой я служила, у меня было такое чувство, что на тот момент, что у меня появились какие-то родственники, то есть, и я понимала, что как бы это будет, наверное, в любой стране, то есть, как бы, куда бы я ни поехала, как мне кажется. Когда я была на миссии, для меня было очень важно то, что я видела, как люди, которые приходили в церковь, которые приходили в общение, это была в основном молодежь, и мы для них делали различные встречи, общения, клубы. И когда я видела, что эти люди обращаются ко Христу, и для меня еще было огромным счастьем побывать на их водном крещении и видеть, как они сами начинали уже служить другим людям, я очень сильно радовалась этому. Особенно радовалась тому, когда я сама могла как-то поучаствовать в их жизни, помочь им чем-то, послужить им чем-то. И очень радостно, когда там, где ты служишь, где ты находишься, после тебя остается плод. Так, самое позитивное и в это время самое, наверное, сложное, это то, что ты там начинаешь переоценивать свои отношения с Богом. Это хорошая вещь, и в то же время это сложно, потому что ты начинаешь смотреть на себя уже по-другому. Ты видишь, кем ты был, и каким тебе нужно стать для того, чтобы двигаться дальше вперед. Ты ищешь больше ответов у Бога, у тебя больше, гораздо больше сложных обстоятельств, в которых ты ничего не можешь сделать, потому что другая страна — это другой мир. И в некоторых странах ты в принципе не можешь ни работать, ничего сделать. Ты просто вроде как бы турист, студент, но при этом работу тебе там никто не даст. Дома же, конечно, у тебя все есть, ты рассчитываешь больше где-то даже на себя, на свои силы, все, и забываешь при этом постоянно о том, что Бог тебе дает здоровье, Бог дает возможность, милость свою, чтобы ты каждое утро вставал и мог двигаться дальше. Там ты об этом помнишь. Поэтому ты там переосмысливаешь свои отношения с Богом, больше ищешь Его. Это очень такая хорошая вещь. И в то же очень сложная, потому что ты понимаешь, что тебе надо меняться. И прилагать усилия для того, чтобы измениться, это... очень сложно. Одно из ярких — это то, когда ты видишь результат своей работы. Я занималась с мальчиком, который был самым младшим, и ему давалась тяжело школа,
И я с ним занималась дополнительно. И когда ты видишь результаты своего труда, того, что ты занимаешься с ребенком, когда он приходит и там у него определенные отметки, или когда ты просто с ним занимаешься, общаешься, и он начинает выдавать тебе какую-то информацию, которую раньше ему с трудом давалась, то ты начинаешь испытывать счастье в этот момент. И, ну, это одно из позитивных таких моментов в работе. Итак, наши миссионеры, они трудятся в основном в азиатских странах. Это совершенно другая культура, это совершенно другой мир, это другие люди, другой подход к жизни, другое понимание всего происходящего. Каким образом это повлияло на жизнь наших людей, наших миссионеров? После миссионерской поездки, наверное, то, что я пережила и почувствовала, когда я вернулась домой, это было то, что мы настолько неблагодарны Богу за то, что мы имеем, потому что люди в других странах, они живут и обходятся настолько минимумом всего, что мне было стыдно перед самой собой, перед людьми, с кем я рядом, за свое возмущение и за претензии к Богу. Здесь дома у меня есть все, электричество, газ, все, что мне нужно. А там люди умудряются обходиться без всего этого. На миссии я получил для себя два самых больших понимания, которые очень изменили меня. Это то, что очень важно быть на том месте, на котором желает видеть тебя Бог. Не там, где ты хочешь, не там, где у тебя лучше получается, не там, в котором у тебя есть какие-то таланты, а там, где Бог хочет видеть тебя. Для этого надо иметь общение с Ним, искать Его воли и исполнять ее. Я считаю, что любая миссионерская поездка, она не может пройти бесследно для человека, который служил, находясь в миссии. Потому что, когда мы где-то находимся, Господь всегда служит, ну, употребляет нас и также говорит к нашему сердцу, и мы не можем просто остаться прежними. И я так вижу, что каждая поездка — это какое-то большое откровение о Боге. И вот это откровение о Боге, которое оно приходило в мою жизнь, оно меняло меня изнутри, оно меняло мое мировоззрение и просто становилось частью меня. Ну, первое, наверное, то, что я понял, это жизнь можно начинать с нуля в любой стране. Это я понял. Когда ты ездишь несколько раз в разные страны, ты понимаешь, что жить можно везде, и начинать с нуля можно все время. Это не проблема. Главное не бояться. Не бояться взять и уехать. А если тебя зовет туда Бог, то доверять Ему — это прекрасная вещь. Потому что когда Он тебя ведет, ты больше видишь вещей, которые Он делает. Ты больше видишь Его руку, Его милость, Его заботу. Да, это сложно. Потому что ты все чаще и больше осознаешь свою, свое бессилие, что ли. И это напрягает тебя. И это вынуждает тебя больше искать Бога. Происходит переоценка ценностей. Отчасти потому, что, может быть, это страна третьего мира. Я начала по-другому смотреть на вещи, оценивать. Просто по-другому смотришь на то, что раньше смотрел и думал, что это важно. Какие-то моменты в твоей жизни вдруг становятся там не такими важными, ты перестаешь гнаться за какими-то материальными удобствами, благами, ты начинаешь ценить совершенно другие моменты в своей жизни и в своем характере. Если вас каким-то образом коснулось то, что вы сегодня услышали, я хотел бы вас призвать, во-первых, молиться за этих людей, во-вторых, поддерживать их финансами, поддерживать их, может быть, какими-то посланиями, воодушевлением, можете писать на адрес миссии. Может быть, вы подумаете и начнете более здраво относиться к вашему призванию, к вашей жизненной миссии. А может быть, кого-то из вас Господь призывает присоединиться к этой команде. Мы будем рады. Пусть Бог благословит вас. Еще одним важным выводом, который я сделала для себя после миссионерской поездки, это было то, что Бог не выбирает идеальных людей для своей миссии. Я задавалась очень часто
вопросом, когда была на миссии, почему я здесь? Ведь есть люди гораздо более талантливые, которые знают язык лучше меня, которые умеют работать с детьми гораздо лучше, чем я. Почему я здесь, а не они? И Бог сказал мне, что я не выбираю идеальных, но я даю все необходимое тем людям, которые следуют за мной. Это было огромным вдохновением для меня.